Всем привет, попалась тут такая демочка интересная, про каких-то крабов. Ну, пока это демо-версия, неполноценная игра, но вроде как выглядит забавно. Вот решил посмотреть, что тут такое. Типа тут какой-то краб дерется с другими. Так, язык русским. О, и русский язык есть, супер. Интерфейс, так, обучение, захват. Ну, я так думаю, здесь все так максимально просто. Не будем тут разбираться. Во, исследуйте пещеру, просроченная роща. Так, давайте без обучения. Сразу в бой. Будем импровизировать на месте. Так. Ага. Ну, идем, чего дальше. В принципе, понятно, это, наверное, блок. Удар. А, может, даже можешь плавать. Так, хорошо, ладно. А с кем биться? А, вон, понятно. Ой, нет, нельзя с ним биться. Он просто колючий. А чё, музона никакого нет, ничего. Так. Без зеркала, альтопидно панцирь. Уровень жизни. Ага, защита вот, урон. Ну все, тут целый РПГ, смотрите. Прилипало, адаптации, все дела. Короче, звездочки эти обходить надо. Я так думаю, сейчас мы с кем-нибудь драться будем. Так, это чего? О, бутылка. Разбили. Так, о, какой-то квест. Поговорить. Понятно, та-та-та. Какая-то проблема у этих крабов. Понятно. Так, так, тут прям целое это... Беседа с этим крабом. Ну, тут читайте, смотрите, кому я так тоже пробегусь. А, ну все. Типа, вся история закончилась. Что это такое? Коснуться потока. Найден рак. О. И чё? Так. Новый уровень, коллекция раковин. И что делать? Новый уровень. А, прокачка. Количество здоровья. А, ну у меня опыта-то нету, что я пока не буду. Понятно, типа дома. Вот это у нас зайти. Коллекция раковин. Ничего у нас нету. Ну тогда уходим отсюда. Пойдем искать раковину. Баночки. Ну, что-то болтается. О! Все, у меня теперь панцирь. Так, если у вас есть раковина, чтобы потратить заряд. Угу. Ну, типа, ясно. Если у вас раковина, ой-ой-ой, кто стреляет? Вон там, крабы. Нифига тут разборка. Есть, этого завалили. Вон еще один. Фига же этих крабов. Эй, тихо. Я их только осваиваюсь, а они меня налетели своими панцирями. Так, так, так. Так, а чего тут по настройкам-то? А, ну только так. Звук. Так-с, ну давайте, пойдем дальше. А куда идти-то вообще? Короче, КТРЛ. Так, ага, кидать эти банки можно. Во, цель. Кидаем. Что-то сгорелось у меня. Цель-то я вижу. А как кинуть, непонятно.
Гром и молния. А, тут видно, какую-то энергию надо накапливать. Так, вон там какой-то краб, я так думаю, он тоже драться со мной. Ого. Чего тут-то не было? Так вот. Баночка-то у меня защитная. А, он еще живой. О, все. Крючок какой-то. Так. Это ускорение крабье. Какие-то крючки собирают. Вообще куда идти даже неизвестно. Карты ничего нет. Короче, идем по тропинке. Вот туда как-то кинуть бы что-то, я не пойму, как кинуть. Цель-то он есть. Гром и молния не стреляет. Сейчас будет опять стрелять. Опа. Надо тактично с ними драться. Снял блок, ну рыбу похитил. Что у него? Что тут летело? Нельзя забрать. Ну да ладно. Что-то тут прям... Эй! Помогите. Спасите, надо бежать отсюда. Как подлечиться вообще? Все, готов, краб. Сгинул в море. В общем, такая демка. Что забавно, кстати, и довольно-таки сложно. Ну, давайте еще один забег осуществим этим крабом, бойцом. Может, что у нас получится. Так, раковина одета. Ага, мы теперь уже более хитрые. Стрелок. Там натягивают, наверное, прям лук даже. Неуклюжесть. Так, это боец. Бог, хорошо. Все. Еще один. Так, так, ай, косой. Там попал. Есть. Готов. Опять этот лучник. Попробую добить. Это лучник. Сначала с лучником разобраться. Вот лучник. Ай-яй-яй, не бейте меня. Ой. Выбираешь наперсток. Во. Теперь я с наперстком. Так, еще эти звездочки. Они же жгучие. Не знаю что, но мы стали, наверное, сильнее. Я, кстати, забыл, надо же использовать специальную способность. Лучники. Вот, ага, тут я получил вот что-то. А вон он, стрелок какой-то, как тут попасть? Нифига себе. Отбирать. Стрельба из РПГ по мне. Ну короче, игра. Ой, здесь то же самое. Я сюда же пришел. Конечно. Надо бы как жизни пополнить. Как-то ведь можно. Может, крючок есть. Но тут охота идет во все. Так.
Непонятно ничего. Ладно, смертельная битва. Будет конец. Нет, смотрю какой, разозлился. Ну сейчас до первого лучника какого-нибудь, а вон опять этот силач. Все, готов. Так, ладно, достаточно, наверное. Уже двух крабов забили. В общем, такая тут битва. Я не знаю, сюжет там, и что будет, как дальше прокачиваться. Но вообще сложная игра. По мне. Я, конечно, такой себе игрок. Ну, в принципе, повеселиться можно. Наверное, будут какие-то арены, драки в этой игре. Ну, не знаю, хотите в Стиме, попробуйте. В всяком случае. Добрый там часик-другой, можно тут побегать. Демка бесплатная, соответственно. Ладно, всем спасибо за внимание. До новых встреч. На канал подписывайтесь. Всем пока.